Во вторник в Самарской области безоблачно и без осадков. Днем плюс 25, плюс 27, ночью 18-20, выше 0, ветер восточный, 3-5, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани солнечно, в дневное время плюс 25, ночью плюс 19 градусов, восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти ясно, днем 26, ночью 20, выше 0, восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре безоблачно, днем плюс 26, ночью плюс 19, восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 35%, температура воды в реке Волга 20 градусов, внимание, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.